IT-ипотека. Так незамысловато в Ульяновске называют новую программу по улучшению жилищных условий для работников сферы информационных технологий. Проект был одобрен депутатами законодательного собрания в конце 2015 года. Это первая подобная программа соцподдержки в стране. Эта программа заработала у нас с 2016 года. В этом году было подано 7 заявок. 4 человека у нас получили сертификаты. Что это за программа? Это когда правительство Ульяновской области выделяет 150 тысяч, и 150 тысяч на первоначальный взнос выделяет IT-компания для своего сотрудника. Право на получение денежной компенсации на покупку жилья имеют сотрудники только зарегистрированных в Минкомсвязи компаниях. Заявку может подать работник, занимающий должность инженера, программиста или конструктора. Первым счастливчиком оказалась Елена Григорьева. Заветный сертификат ей вручили этим летом. На днях ее семья должна отпраздновать новоселье. У нас коллеги, вот уже один как раз тоже подает сейчас документы, и другие тоже заинтересовались этой программой, и даже вот хотят взять квартиру, и возможно, чтобы тоже успеть поучаствовать в этой программе. Вообще это очень полезно для того, чтобы IT-специалисты из нашей области не разъезжались, находились у нас в городе, ну или там в области, и все средства, скажем так, для работы в Ульяновске есть, то есть не обязательно куда-то уезжать. Мы работаем вот в основном как раз с клиентами из других городов, нам абсолютно не надо к ним даже приезжать. В следующем году на реализацию программы решено выделить 2 миллиона рублей. Организаторы уверены, данная мера поддержки позволит талантливым специалистам реализовать себя в родном регионе, не выезжать за его пределы в поисках лучшей жизни. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.